Шоумен и продюсер Александр Цекало заявил о своем разводе с сестрой певицы Веры Брежневой, 34-летней Викторией Галушкой. После слухов о появлении любовницы Александр Цекало сделал заявление для прессы. По его словам, таким образом он решил положить конец домыслам, оскорбляющим его новую избранницу. «Я официально разведен и свободен, поэтому слово «любовница» неуместно и оскорбительно», – заявил Цекало. Далее Шоумен назвал имя своей новой избранницы – Дарина. По словам Цекало, их отношения развиваются уже продолжительное время, и на данный момент они обручены, сообщает «Комсомольская правда». Напомним, накануне Нового года Цекало заметили в одном из московских ресторанов в обществе эффектной брюнетки. Далее пара убыла в Рим, где провела праздники. Предстоящая женитьба 57-летнего Александра Цекало станет для него четвертой по счету. Ранее продюсер состоял в браке с Лолитой Милявской, Аленой Шиферман и Викторией Галушкой.